Опа, здарова, братва, с вами Ривас. Прямо сейчас мы с вами находимся на аккаунте моего друга, ютубера Вальдемара Морена. Данного ютубера я знаю уже очень давно, вместе с ним мы играем на этом серваке с 2019 года, с самого его открытия. Прямо сейчас свою братишку я хочу прокачать где-то минимум на 10 миллиардов. Перед просмотром, бро, само собой, мне будет очень приятно, если не забудешь поставить лайк, ну а также подписаться на мой канал. Всем желаю приятного просмотра. Так, это его личная квартира Вальдемар Хаус. По домам на аккаунте Вани у него 4 дома. 130-й это дом в гетто. Вот такой вот домик. Квартирка 1207-я. Ну а также кайфовая особня, которая находится в центре города Лос-Сантос. Прямо сейчас на аккаунте Вани появится еще один топовый особняк. Ну, слушайте, по тачкам у него в принципе все довольно-таки неплохо. Давайте берем вот эту вот заряженную его бэху. И давайте направляемся к его новому дому, который мы ему, собственно, подарим. Так, о, бабуля, давай, подсаживайся. Привет! Я думаю, многие знают то, что на этом пляже Санта-Мария я держу вот такой вот особняк и держу его уже с 2019 года. Здесь есть еще один топовый особняк, вот такой вот тут соседний, куда я его, в принципе, заселю. Вот такой вот роскошный, огромный особняк с госткой в размере 40 миллионов. Здесь еще вот такой вот отдельный гаражик. Тут вот какой-то Марша МакДэвид просит деньги. На, бру, чтобы ты уже в будущем купил себе особняк. Думаю, определенно такому особняку Ваня будет рад. Помимо данного дома, прямо сейчас мне еще передадут полмиллиарда, который я, собственно, передал данному игроку. Оп, чемоданчик уже сразу появился. Так, все, полмиллиарда вирт мы перекинули. Сейчас теперь давайте забираем дом. Вы действительно согласны на покупку дома? Принять. Все. Помимо всего этого, на этот аккаунт я еще перекидываю топовые новые аксессуары с хэллоуинского обновления. Ну а также двух очень редких личных охранников. По аксессуарам давайте сразу примерим. Это у нас аксессуар под названием коса душ. Можно получить с рулетки Хэллоуин 2023 года. Ну-ка, давайте надеваем. Во. Помимо этого еще вот такие вот ушки. Довольно, в принципе, неплохо смотрится на нем. Ну а также есть еще вот такой вот головной убор. Вот такой вот страшной форме тыквы. Касаемо данных охранников, давайте призываем первого охранника, вот эту вот зверюгу. Введите имя вашего будущего личного охранника. Забивной пацан. Все, да, меня вполне устраивает. Опа! Призываем давайте это существо. Охранник также с последнего хэллоуинского обновления. Такие охранники очень редкие и мало у кого они есть. Ох ты, ё-моё, это что за вообще зверь? Я в первый раз вижу вот такого охранника. Личный вот такой вот зверь, который будет охранять нашего братишку. Помимо данного охранника, давайте призываем еще одного. Так, ну, судя по его огромному виду, ну, давайте, допустим, вот так вот. Все, данный охранник тоже готов, давайте его заспавним. Я его тоже ни разу еще не призывал, но, насколько я знаю, он реально просто огромен. Ну-ка. Обалдеть, ё-моё, что за реально просто монстр. По раритетности данные охранники редкие, сертификат охранника большой зомби. Ух ты, у него еще и NFT-контейнеры есть. Слушайте, а ну-ка, давайте пооткрываем. Оп, говно, говно. Ух ты, что я ему выбил, обалдеть. Прямо сейчас я ему выбил скин стоимостью более сотни миллионов. Ну это прям как минимум. Данный скин реально ценится. Хилибили 537. Вау, да у меня просто золотая рука. Ё-моё, посмотрите просто. С таким еще и охранником. Не, ну скин вообще, то есть кайфовый. И определенно стоит довольно-таки дорого. Может быть даже 150 или 200 миллионов. Точно не знаю. Но то, что он стоит больше сотни, это прям 100%. Нормально так NFT контейнеры я ему пооткрывал. Что тут у нас еще? Азекоин вот ему еще выбил. Суммарно по азекоинам 1023 азекоина. Определенно ему лишним не будут. Не надо, зачем? Лишним не будет. Забирай. Бра, зачем? Ух, что-то много полицейских, давайте отсюда валим. Помимо всего этого, у нас на аккаунте еще появилось 500 миллионов. Ну что ж, давайте Вальдемару прикупим какую-нибудь топовую тачку. По автомобилям, как я говорил ранее, у него, в принципе, все неплохо. У него тут бэхи всякие топовые, мерс, вот, даже вот в Сити тачки есть. 12 топовых автомобилей. Ну что ж, давайте от себя тоже прикупим ему какой-нибудь топовый автомобиль. Что у нас тут есть? Еще один Mercedes-Benz, Jeep Gladiator. Ну, тачек, в принципе, немало. Давайте потихоньку все осматриваем. Lamborghini Urus. Lamborghini Murcielago, Porsche Panamera Turbo, Subaru, Toyota Camry, Mercedes. Ну что ж, давайте, наверное, от себя возьмем все-таки Porsche Panamera Turbo. Вот такую вот красную, заряженную. Давайте покупаем суммарно за 70 миллионов. Все, данный автомобиль мы себе приобрели. Мерс и бэхи у него на аккаунте есть, а такой вот Porsche определенно, я думаю, ему лишний не будет. Машина просто соска. Завозим давайте ее в гараж. Гараж, я так понял, тут необычный, новогодний. Чуть больше месяца, вот как раз будет Новый год. Давайте прямо вот здесь эту машину и припаркуем. Все, кайфово на самом деле.
вида и довольно-таки ламповый интерьер. Я даже и не помнил то, что он тут есть. У нас на аккаунте еще суммарно осталось более 400 миллионов. Давайте, наверное, направимся к центральному рынку. Прочекал все лавки, ничего нормального так и не нашел. Решил, короче, закупиться различными ларецами по нормальным ценам. Ваня потом их пооткрывает, попробует выбить себе какую-нибудь тупую тачку. Единственное, вот да, вот можно взять еще сироп характеристик актера. Давайте его возьмем. Он очень дорогой, но при этом позволяет прокачать своего охранника. Куплю сироп характеристик за 90 кака фаст. Тэпайся ко мне, продам. Как раз нашего сейчас забивного пацана мы с вами прокачаем. Так, передаем ему 90 миллионов. Забираем, давайте, данный сироп. Все, благодарочка. Итого у нас суммарно уже есть 2 сиропа. Давайте и прокачаем нашего охранника. Так, охранник, да, забивной пацан. Ну что ж, надеюсь, выпадет что-нибудь топовое. Оп, давайте посмотрим. Трамвай, ну а также продажа на бочке. Да, ну такое. Давайте прикупим Ване еще парочку красивых тачек. Вон, Lamborghini Murcielago. Всего лишь 25 лямов. Давайте покупаем все. Ох ты, Brabus 850. Где ж ты был, когда вот у меня были деньги? Какой-то Range Rover, давайте тоже возьмем, почему бы и нет. Предмет, объект, Скуби-Ду. Количество данного предмета на серваке 2 штучки. Ну что ж, поставь данный объект возле своего нового дома. Капец, деньги уже практически закончились. Давайте ему возьмем вот такую вот страшный скин по названием Кукла Билли. Он реально очень такой кринжовый, неприятный. Вот такой вот, то есть чисто вот бегать, пугать подписчиков. Так, ну в принципе все. Куча лайцов, которые я закупил, он сам потом пооткрывает. Вальдемар, подари Акси, только играть начал. Можно DCK? Я тебе прям через час верну. Под Фрапс можно даже. Боже. Немного так, в принципе, подзатарились, но, парни, скажу вам так, это все фигня. Перед тем, что сейчас ждет данный аккаунт. Прямо сейчас я подарю Ване один из билсов, которые я держу с 2019 года. Это на самом деле довольно-таки легендарный билс, прибыльный, хороший и очень дорогой. Бизнес под названием аренда буллетов. Многие олдовые игроки, которые играли на Аризоне в 18, 19, 20 году, они определенно подтвердят тот факт, то, что данная аренда была одной из самых лучших. Да и на сегодня эта аренда приносит хорошие деньги, когда здесь проходят различные семейные копты, которые, к сожалению, уже вот закончились, скоро вот начнется новый сезон, буквально через неделю. Данные автомобили снова будут пользоваться определенным спросом, и прибыль здесь определенно вырастет. Когда также на проекте появляется новое обновление, в этом бизнесе прибыль очень сильно поднимается. Сейчас прибыль немного тут просела, в понедельник 6 миллионов, вторник 5,8, среда 6,8. За данный бизнес мне один из игроков предлагал уже 7,5 миллиардов. Бизнес и правда очень дорогой и по-своему довольно-таки легендарный. В году так 19, когда я его покупал, он был на уровне с бизнесом амуниция города Лос-Сантос, который считался самым практически топовым. Когда на Аризоне еще не было баров и прочих бизнесов, которые несут сумасшедшие прибыли. Так, все, давай передавай. Госка у этого бизнеса, давайте посмотрим, получается 9 миллионов. По госке, да, прямо сейчас по госке мы его, в принципе, возьмем. Ровно 9 миллионов. Все практически свои деньги, которые остались на этом аккаунте, я сейчас, скажем, отдам. Так, 9 миллионов плюс 450к, комиссия государства. Ну что ж, покупаем. Покупаем данный бизнес. Все, владелец Вальдемар Морено. Данная аренда прокачана до максимального уровня. Уровень улучшения 4-й автомобиль класса люкс. Чтобы на сегодня прокачать аренду до максимального уровня, необходимо потратить суммарно 930 миллионов. При данном улучшении можно выставлять стоимость за аренду автомобиля до 200 тысяч вирт. При улучшении по классу автомобили также поднимаются. Ну и что ж, парни, на этом данный видеоролик подошел к концу. В данном видеоролике мы прокачали аккаунт ютубера Вальдемара Морено, подарили ему топовый бизнес под названием аренда буллетов, топовый особняк, который располагается прямо на пляже у Санта-Марии, парочку топовых кастомных красивых тачек, подкупили ему ларцы, выбили ему скин Хилиби, различные объекты, ну а также приобрели ему двух топовых редких охранника с последнего обновления Хэллоуин. Суммарно, если все это посчитать, это очевидно будет более 10 миллиардов. Касаемо того, как всем этим распоряжаться, это уже будет решать Вальдемар. На этом, в общем, дорогие друзья, данный ролик подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр, всем желаю удачи.